Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас обзор на новинку 2024 года от компании «Волжанка» — серию фидерных удилищ Pro Sport Extreme Feeder. Не путайте с Extreme Distance. На эти фидера, на Distance у нас тоже есть обзор на нашем канале. Вы можете его посмотреть выше. Сегодня у нас обзор именно на те фидера, которые появятся на российском рынке ориентировочно в марте-апреле месяце. Сейчас у меня это вот только образцы серийные, которые будут в серии. Скоро я их испытаю на воде. Ну, в общем-то, в принципе, уже и так мнение на 99% о них составлено. Ну, я думаю, вы моему мнению доверяете. Перед съемками меня завалили вопросами о том, что можно ли вновь поучаствовать в акции на самых выгодных условиях по приобретению этих фидеров, по предзаписи на эти фидера, чтобы людям досталось, и вы условия, соответственно, были выгодные на эту покупку. Я говорю сейчас, в начале видео, да, можно. Под видео в описании я укажу, как это сделать, то есть никаких предоплат с вас не нужно, вы просто кому нужно такие фидера, кто хочет их купить, как сразу, как они появятся в России и появятся в продаже, вы просто сбрасываете свое имя, телефончик и та модель, которая вам нужна. Дальше вам менеджер отзванивается, как они поступают нам на склад, и вы, соответственно, получаете этот фидер. Напоминаю, что на все удилища, купленные у нас, это всех брендов практически, 90, скажем так, процентов брендов, представленных в магазине, и Волжанка в том числе, мы даем бессрочную гарантию на заводской брак. И плюс еще две запчасти в год совершенно бесплатно вы можете получить, даже если этот фидер случайно вы сломали по неосторожности. Там какое-то колено и так далее. В период проведения такой акции. Эта информация не является публичной офертой. Мы можем ее отменить в любой момент. Но вот уже третий год мы проводим такие акции. Люди берут на Дайва, на Сальма, на фидер концепт и так далее. Уже, ну, посмотрите, огромное количество отзывов. Спасибо, не ожидали и тому подобное. Под видео тоже таких очень много отзывов. Скажем так, если вы хотите получить каско своего рода, то, пожалуйста, подпишитесь на три наши социальные сети. Это YouTube канал, Telegram и ВКонтакте на страничке магазина. Покупайте у нас фидеры, вы будете гарантированно уже подстрахованы по таким программам, да, на заводской брак и тому подобное, что я сказал выше, и по запчастям. Ну, мало ли, действительно, случайно человек наступил, прижал там дверью машины и так далее, и вы всегда сможете в период действия такой акции, когда мы будем проводить, получить бесплатно запчасть. Значит, вернемся к нашим моделькам. Серия состоит из четырех удилищ. Девятка, десятка, 11, 12 футовики. Кто не понимает, что это такое, это 270 сантиметров, 300 сантиметров, 330 и 360. Ну, соответственно, давайте я начну с самого лайтового. Это 270, 30 плюс имеет тест удилища. Значит, бланк сделан из карбона японского Торей. Порядка 40-46 тонн. Бланк идеальнейший сделан. Никаких вопросов, никаких, скажем так, моих докапываний, да, до чего-то, как я часто это люблю делать. И какие-то нюансики подмечаю, так как все-таки действительно я, ну, разработчик сам, да, и сам понимаю, куда и где надо смотреть. То есть в этом отношении спасибо Олегу Молодцову, моему товарищу и другу, и за действительно классную очень серию. Здесь написано у нас на бланке концепт Молодцов, креативный дизайнер Бубнов. Соответственно, нам Бубнову спасибо большое за действительно за классный дизайн. Дизайн действительно очень хороший, как и технические характеристики от Олега Молодцова. Значит, как сказал, бланк японский, из угля японской компании Торей, 40-46 тонн, снабжен облегченными колечками, сигает для идеальнейшего строя, идеального баланса. Катушка-держатель Fuji, надежный, классный катушка-держатель с хорошим ходом. Верхнего форогриппа, то есть сюда можно поставить катушечку 6000. Я вот проверял буквально, даже там чуть ли не больше это все будет заходить, поэтому кто ловит 5-6-4 тысячи, ну,
прекрасно. Он зарекомендовался своей надежностью. Это не китайские там какие-то поддельные фуджи, это настоящие фуджи, качественные и так далее. Значит, рукоять и сам форогрип это сделан из эва. Опять же, качественно дорогой эва, который не будет рассыхаться, как на многих моделях. У вас там сезон 2 вы половили под солнцем, и она начинает трескаться, сыпаться, крошиться и так далее. Здесь такого не будет. Эва действительно очень качественный материал, хорошо легко отмывается от рыбьей чешуи, от прикормки и так далее. Ну, плюс он очень легкий. Торец снабжен резиновой пробкой. Вершинок ко всем моделям 3 штуки. Посадка 2,2 мм, посадочный диаметр, 45,5 см длина вершинки. Тюльпанчик на вершинках противозахлестный. Тоже очень такой интересный, важный момент. Он очень нежный, легкий, сами колечки. Да, и, соответственно, тюльпанчик, что он эту вершинку не перегружает, как некоторые ставят, забабахают там туда огромный тюльпан, который, в общем-то, вершинка аж под его весом висит вниз. То есть здесь такого нет. И действительно, он очень гармонично смотрится и выполняет просто идеальнейший свой функционал, не перегружая вершинку. Значит, дальше такие характеристики я себе набросал здесь на бумажке, но, пожалуйста, кто хочет их еще раз прочитать, заходите на сайт Multifish в раздел с этими фидерами, ссылка будет под видео в описании, и там это все будет написано. Все характеристики, расстояние от кольца, от катушкодержателя до кольца, соответственно, расстояние рукояти, и все-все-все, диаметры бланка. Смотрите, сейчас я пока вам скажу. Значит, этот фидер 270 до 30+, он двухчастный. Три вершинки к нему в комплекту. В комплекте расстояние я мерил к рукояти, вот от этой части до торца. Она равняется 40 сантиметров у всех моделей, поэтому касаться я этого больше не буду. Расстояние от верхней части форогриппа до колечка, вот до этой части, 53 сантиметра. Вес фидера 137 грамм. И диаметр, внутренний диаметр кольца 9 мм. Имейте в виду, часто производитель пишет, мы и сами продаем, сами, как вы понимаете, удилища и фидера. И часто люди говорят, вот вы, там у вас написано где-то, или у кого-то написано, что там 15 мм диаметр кольца, там, да, он померил, он меньше. Потому что действительно на заводе и принято мерить кольцо по внешнему диаметру, но рыбакам внешний диаметр без разницы, им нужен внутренний диаметр. Поэтому я сейчас говорю только внутренние диаметры. То есть 9 мм у этого данной модели, это внутренний диаметр колечка. Диаметр бланка вот здесь 9,5 мм. Ну, соответственно, вершинок 3 штуки, 0,75, единичка и полторашка. Следующее я уже в руки брать не буду, чтобы не буду. Значит, 30 плюс тест у десятки, у 10-футовика, 2 плюс 3. Тоже он двухчастный, точность такой же, набор вершинок, 3, также расстояние 40 сантиметров, как я сказал, от нижней части катушкодержателя до торца, 11 мм диаметр бланка, колечко точность такой же 9 мм, вес 145 грамм и 53 сантиметра расстояние от, да, верхней части держателя до кольца. Значит, следующая моделька у нас 330-40+, он уже идет трехчастным. 127 транспортная длина, набор вершинок единичка, полторашка и 1,75. 11 мм у нас будет диаметр бланка и 11 же мм у нас диаметр колечка. Вот этого колечка, соответственно, нижнего. Вес 164 грамма и 42 сантиметра от катушкодержателя до кольца у нас будет расстояние. И последняя модель 360, 60+, 3 плюс 3, то есть он трехчастник, 3 вершинки в комплекте, единичка, полторашка, 1,75 точность также. 12 мм у нас будет диаметр бланка, 15 внутренний диаметр колечка, вес 189 грамм и 53 сантиметра, вот это у нас расстояние. Я думаю, все сказал вроде как. Давайте тогда разложим и смотрим строй. Итак, друзья, разложили. Значит, девяточка, смотрите, у меня в руках.
Ну, вот стараюсь вам показать ее максимально. Ну, в руках она, ну, лежит, конечно, идеально. Просто маленькая пика. Быстрая, тончайший бланк, просто продолжение руки. Нагружаем. Ну, смотрите, я показываю. Ну, смотрите, отлично. Какая отработка бланка. Просто шикарно. То есть он еще и бросковый будет. Значит, десяточка. Отличная палочка тоже. Мне очень нравится. Смотрите. Также продолжение руки. Просто изящество и элегантность в одном флаконе. Ну и вязать будет он, смотрите, шикарно. И при забросе бланк включается, даже вот Константин Михайлович не так сильно тянет, а бланк уже врабатывается, включается. Ну, отличный фидер, отличный. 11-й. Да, тоже приятный, давайте. Смотрите, ну шикарно. Вот я давай жестче даже это делаю. Упираюсь даже второй рукой. Ну, да, отличная сенсорика. Ну и 12-й. Да. Отличный бросковый фидер. Ну, шикарно. Просто шикарно. Думаю, вы согласитесь с моим мнением. Изумительные бланки, по строю посылистые, вяжущие, очень сенсорные, тонкие, легкие. Прекрасная серия фидеров от Олега Молодцова. Посмотрите чехол. Это от, как вы видите, чехольчика от Distance, то есть к экстримам будет чуть-чуть другой чехол, но немного, но похожий, скажем так. Также будет три отделения, отдельное отделение под тубус с вершинками и, соответственно, клапан на липучке. Обязательно подписывайтесь на наши социальные сети, минимум три, это Telegram, ВКонтакте, YouTube, соцсеть. Страничка магазина Multifish. Приобретайте обязательно фидера у нас. Вы получите при этом гарантию бессрочную на заводской брак. Это раз. И второй момент, это бесплатно до 2 запчастей в год в период проведения такой акции. Такие акции мы проводим уже не первый год. Люди получают бесплатные запасные части, даже если сами случайно сломали фидер, мах, баллонку, там спиннинг, что угодно. Много мы раздали запчастей и на спиннинге Дайва, и на фидера, фидер-концепт, сальмы и так далее. Поэтому, пожалуйста, что называется, шучу, конечно, ломайте, обращайтесь. Бесплатно получите запчасть. Не забывайте, что данная информация не является публичной офертой. Мы ее можем отменить в любой момент. Но вот пока проводим такие акции. Надеюсь, что и дальше продолжим. Поэтому приобретайте, подписывайтесь. По условиям подробным прочитайте, пожалуйста, в программе «Лояльность» на страничке сайта Multifish. Ставьте лайк, вот такой большой пальчик вверх, подписаться обязательно. И всего вам доброго и до новых встреч.